Наливаем соляную кислоту. Наливаем марганцовку в одной из колен. Всыпается нормально? Да. Наливаем соляную кислоту в другое колено. Вот она прекрасно приливается. Трубочку. Пробку с трубкой. И идем подтягивать. Аккуратно приливаем соляную кислоту к марганцовке. Сначала немножко. Вот пошел выделяться газ. Хватит приливать, хватит приливать. Больше не приливай пока. Вот, и вот газ потихонечку заполняет бутылку. Приливай еще, приливай дальше. Так, вот у нас бутылка заполняется хлор, уже, да, зеленым газом заполняется. Открываем шприц на шланг, открываем кран и засасываем нужный объем. Кран закрываем. Открываем бутылку с хлором. И резким движением загоняем в нее метан из шприца. Вынимаем и резко закрываем. Нет, пальцами не зажимая, а зажимаем. Реакции нет! Значит, освещаем. И ничего, да? Сбрасываем горячий магний, и происходит реакция. Пошел, пошел, пошел. Да? Поэтому у меня белый газ. Так, так, держи, 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 нормально. Да? Так, ну, в общем, как-то да. У меня удача. Один к одному. Вау, какая красота. Так, вносим, вносим, вносим. Так, пошел гореть магний. И вносим горящий магний. Убер. Так. И ничего. Вынимай. А нет, оставляй, держи еще, держи еще. Ух ты, так, все, вынимай. Вноси, убирай, руку убирай, руку убирай, вноси, 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 не бойся. Так, и держи там. Так, значит, соотношение 4 хлора на 1 метан. И вот у вас... заполняется бутылка чем-то таким бурым, да? Происходит. Это у вас горит, да, закрывай. Это у вас в хлоре горит железная ложечка. С продуктами реакции подношу. Она мокрая. Мокрая, все правильно. Индикаторную бумагу, и видно, что она краснеет, да?